тебя, через тебя. Я знаю то, что название мне сложно, но пусть будет так. Тебя вызывает к себе начальник, неясно за этим или за тем. Тебе наливают зеленого чая и вбрасывают парочку тем. Мол, впереди большие проекты, и если ты, что называется, свой, ты тоже можешь включиться в это, ты тоже можешь встать в этот строй. И на тебя большие надежды, а все, что ты должен, в общем, пустяк. Просто останься таким, как прежде, но только кивай, кивай им в такт. Ведь здесь не так уж важно, кто ты и как ты спасаешься от пустоты. Через тебя проникает что-то, через тебя происходит что-то, через тебя прорывается что-то, тебе придавая свои черты. Этих извилистых улиц возможно отправиться в долгий маршрут, но даже те, кто сюда не вернулись, по-прежнему остаются тут. Застыли, как вкопаны на перекрестках, сжимаются в стены на острых углах, и призраками в чужих обносках они отражаются в серых алах. И каждый день может быть последним. Так вот, твоя жизнь, проходи, садись. Но что же мы все стоим в передней, как будто бы вовсе не родились. И камень крошится от усилия остаться камнем среди песка. Серой птицей на всей России порхает надо на всех тоска. И можно кричать до кровавой рвоты или дополучаться до темноты. Но через нас происходит что-то, через нас прорывается что-то, через нас марширует что-то, нам всем придавая свои черты.